мы можем видеть то, о чем люди даже не догадываются. Например, домовых. Домовой, ты чего? Мы же только приехали. Ну что, нравится? Я не дам тебе житья! Ты что, забыл? Ты домовой! Хватит прятаться! Пора показать им, на что ты способен! Вот это я понимаю, новоселье! У нас, у котов, есть удивительная способность. Мы можем видеть то, о чем люди даже не догадываются. Например, домовых. Домовой, ты чего? Мы же только приехали. Шерстяной носок заговорил. Давай бери свой лоток и валяй отсюда вместе с своими бабами. Это моя семья и моя квартира. Я тут хозяин. А что это? Это наш дом. А, да? Хана вам ржи. Ну что, нравится? Домовые все добрые. Мы одна семья, раз в одном доме живем. Давай жить дружно. Домовым когда хорошо? Когда в семье царит мир. Ты домовой! Хватит прятаться! Пора показать им, на что ты способен! У нас, у котов, есть удивительная способность. Мы можем видеть то, ух ты, о чем люди даже не догадываются. Например, домовых. Добрый вечер. Здравствуйте. А это у нас еще кто? Алиса. Ой. Это счастье. Это радость от того, что вы дома. Здесь хорошо и очень уютно. И больше всего на свете вы хотите жить в этой квартире. Семья и моя квартира. Я тут хозяин. Решила с помпой уехать? Ну что, нравится? Семья – это самое ценное в жизни. Ты готов потерять все, что для тебя дорого? А что это? А ты еще не понял? Это наш мир. Хана вам ржи. Я так рада, что вы согласились его выгнать. Я не дам тебе житья! Злые, домовые добрые, мы дома защищаем. Мы пришли к нему домой. Если ты хочешь кричать, мы твоей маме сделаем больно, поняла? Домовым когда хорошо? Когда в семье царит мир. Ты что, забыл? Ты домовой! Хватит прятаться! Пора показать им, на что ты способен! Вот это я понимаю, новоселье.